мировой погребальной культуры находится посмертная маска третьего Огнева Александра Сергеевича Пушкина. Она была отлита в 1837 году, и по большей части это является копией, которая была отлита по другой копии, поскольку с лица поэта была снята только одна маска, с которой потом сняли 15 копий для ближайших друзей и родственников поэта. И уже с них делался вот такой третий отлив для более широкого круга.